20 апреля на базе Казахстанского американского свободного университета прошел 5-й областной конкурс бизнес-проектов среди учащихся школ и студентов колледжей. Организаторами выступили Центр профессионального образования ВКО, Управление образования ВКО, Палата предпринимателей Атамекен по Восточно-Казахстанской области, Туристическая ассоциация Восточного Казахстана, Усть-Каменогорский колледж экономики и финансов, кафедра бизнеса КАСУ. С каждым годом в различной деятельности молодежь все больше и больше стала отличаться особой активностью, гибкостью и нестандартным мышлением. Именно молодому поколению под силу существенно улучшить в стране бизнес-климат и экономику. Молодые и энергичные бизнесмены – требования времени и хороший показатель экономического развития страны. Правильно построенная и целенаправленная поддержка молодежи позволит обеспечить развитие предпринимательства в стране, а это, в свою очередь, приведет к экономическому росту и социальной стабильности. Все участники продемонстрировали креативные и свежие идеи. Конкурс бизнес-проектов помогает молодым людям не только проявить творческие способности, но и получить бесценный опыт, найти свое место в жизни. Крайне важно развивать инновационный потенциал молодежи в экономической и предпринимательской сферах и повышать экономическую подготовку молодежи, которая будет способна адаптироваться в существующих рыночных условиях. В первую очередь я хочу поздравить всех с таким замечательным периодом. 5 лет – это здорово. Это означает, что действительно каждый конкурсант, то есть студент или ученик старших классов, на самом деле в первую очередь прокачивает свое мышление, готовясь к защите проектов, к тому, чтобы в целом понять суть бизнеса как ключа к самореализации. Это очень важно. Поэтому я считаю, что такие конкурсы являются очень ценными, являются хорошим опытом и, самое главное, являются площадкой, стартовой площадкой для самореализации. Смотрите, я являюсь членом жюри, в каждый год участвовал, и, естественно, идет прогресс мышления. То есть это такой же процесс, который происходит и в природе. То есть как природа эволюционирует, точно так же и бизнес-проекты молодых ребят, они становятся более эволюционно востребованными. То есть их новые проекты становятся более актуальными. То есть если мы возьмем там 90-е годы, да, только начало там нашей независимости, там был весь бизнес, это был купи-продай. Дальше он эволюционировал в услуги, потом он переходил в работу. Сейчас у ребят такие классные проекты, особенно если сравнить за последние 2 года, в которых я участвовал. Это были просто грандиозные проекты, которые хотелось просто увидеть вживую, как они будут. В этом году я прям очень-очень, скажем так, предвосхищен, жду, какие у них будут проекты. Я вот сейчас как раз выслушал один проект, он вот максимально адаптирован под требования рынка и, самое главное, под необходимость для населения. То есть здесь вопрос: предприниматель нуждается в своей деятельности или уже мы, население, нуждаемся в таких предпринимателях? Я практически каждый год участвую в непосредственно составе конкурсной комиссии и хочу сказать, что уровень проектов очень вырос. Если раньше, допустим, представлялись какие-то маленькие проектики, то сейчас вот это вот масштабное видение стратегического менеджмента, оно уже заложено в идею самого бизнес-проекта. И ребята в связи с тем, что они адаптированы именно в своих проектных ролях, они чувствуют уверенность в завтрашнем дне. И сейчас буквально вот защищали свои экологические инициативы девочки с семьи, и они верят в то, что их проект реально будет реализован. Вот это самое главное. Потому что создание проекта, проведение всех расчетов – это одно. А верить в стратегическую миссию своей проектной деятельности – это совсем другое. И вот радостно то, что вот дети, будем так говорить, да, школьники, студенты,
средних учебных заведений, они понимают, среднетехнических учебных заведений, они понимают свою значимость в решении не только экологических проблем, но и формировании всей экономики Казахстана. Сегодня здесь, в этом здании КАСУ, проводятся бизнес-проекты. Я, Иманжанов Николай Тлюканович, учитель Герасимовской средней школы по художественному труду, шестой год с момента начала такого большого проекта участвую со своими учениками. И мои ученики постоянно лидируют в призовых местах. Диплом первой степени у них всегда. И на 25-летие КАСУ есть наша фотография с Мумлевой Яной. Она тоже обладатель диплома первой степени. И очень переполняет вот эмоции, можно сказать. Нигде по городу, ни в какой организации так не премируют денежными премиями, путевками в Балакай, ни в каком проектах я участвую, можно сказать, везде, но в КАСУ это единичный случай, который каждый год по 4, а то и по 5 детей отправляют в Балакай, Голубой залив, отдыхать. Двухнедельный отдых. Но участвовать в таких проектах для меня очень большая радость и праздник. Я хочу, чтобы такой праздник в этой заведении продолжался, и дети радовались своими достижениями. Ну а мы будем готовить проекты. Спасибо.